Я запарился вас ждать. Маканчи есть. Ты, блядь, это самое. Есть. Маканчи. Я, блядь, не так говорил, вчера надо было ехать. Я слышу. Где он, блядь? Ну-ка, узнаю, нет. Маканчи есть. Я самый черный. Ну где она, сука, ты что пропал? Живешь близко, Это не меняется, нахуй. Я такой же, как ты здесь был, нахуй. А вот таким надо остался, блядь. Из города. Ворона. Это, блядь. Моё пшено, нахуй. Это моё пшено. Я уем сам. Это моё пшено. Я уем сам. Первый состав подключен. Миша. Моё пшено. Это твой дед. Это твой дед, нахуй. Вот дед. Вот, вот, Морозов, вот. Это ваш дед. Вы посмотрите. Здравствуйте, с праздником. Ну как вы? Это пшенары. Это мои дети, они приехали. А мы-то старые приехали, пердоны-то. Что живем, бля? Да, вы молодцы. Мы давно уже, 2 часа ждем. Надоело, 3 часа. Здесь надоело ждать уже. Где только были, расскажи-ка, где спали, где чего? Ну, я в казарме спала, мне выделили отдельную палатку. Да, нас с вами поехали. Я смеялась, наслушалась. Вы там одна женщина или как? Была еще вот... Праздником, народ! Нет, куда нас туда? По очереди, по очереди. Все женщины, ну, мы же с мужчинами. Давай, первый раз. Послушивала. Это первое, во втором автобусе. Надо сфотографировать, что ли?